песню. Егорка уже анонсировал наш концерт, который будет совместно с группой «Горе от ума» и группой «Прямой эфир». Он состоится 13 января на Старый Новый год. В нем будет принимать участие наш полный состав. То есть вот Алексей Гелашвили сидит, это наш пианист. Но вы приходите, кому понравилось, я думаю, там будет очень интересно. В Underground Music Hall это будет, да, в большом пабе, в хорошем. Там, ну, там нельзя тоже будет. Границ, я прилетаю к тебе на спинах сказочных птиц. Сойду, с рельсы наступит зима, и заведет Аделин, словно премьерный показ, зрительный зал не сведет с актера внимательных глаз. Тот, кто окажется там, на завтрак пожарит бекон, забарабанит там-там. А мы же с тобой как один, напьемся и пустимся в пляс. Читатель из тысячи книг выберет этот рассказ. С дождем я все еще прячу тебя под суперменским плащом. Спасибо вам огромное! С вами была группа «Прямой эфир». Спасибо большое.